Ислам, психология, наука, технологии, туризм, культура. Блок актуальных новостей. В Крыму начало вещание мусульманское интернет-радио «Ирфан». Высший уровень знания. Около 50 рубрик на русском и крымско-татарском языках. В Духовном управлении мусульман Крыма и города Севастополь эта идея вынашивалась давно. Над созданием этого проекта работала большая команда. Наше радио зазвучит в доме каждого мусульманина. Слушатели смогут узнавать о деятельности муфтията Крыма, получать полезную информацию и ценные знания. Желаю успехов и процветания радио «Ирфан». Благодарю всех за содействие в открытии, ведь очень важно приносить пользу на родной земле. Рождение «Ирфан радио» позволит нам находиться в едином информационном поле, не только возможность обеспечить, чтобы слышали нас, но и слышать друг друга, чтобы источник традиционного ислама постоянно присутствовал в радио «Ирфан», позволял нам прикасаться в повседневной жизни, и чтобы те люди, которые не имеют возможность получения профильного знания, чтобы не теряли истоки, то есть приверженность к традициям. Конечно, для нас, для крымских татар, это большое событие, для мусульман Крыма. Слушать радио уже сейчас можно с помощью интернета на сайте муфтията Крыма. Есть у нас программы по изучению языка, конечно же, по изучению религии, по истории, психологии, интересные факты. Я думаю, у нас появится скоро программа про фильмы, которые мы можем освещать. У нас есть интересные вещи, авторские вещи, которые именно присущи крымско-татарам и которые понимает только крымско-татарин. Мне, допустим, человеку, как не крымско-татарину, некоторые вещи было удивительно узнать. У нас как раз есть такие вещи, которые раскроют эту особенную сферу с другой стороны.